Куб! Thank you.
понятно, либо через кино, либо вот тут вам пойдет. Либо через кино, либо полочки. Полочки, показывай. Через бревно показывай, хули полочка. А? Не теряй позицию сверху, старайся его вниз уводить. Старайся на месте уже. Ага. Давай, видео снимай все время. Хорошо, пускайся чуть ниже и снимай. Не надо сверху снимать. Вот туда спускай, давай работай. Надо разгон немного брать. Димон, давай, давай. О! Иди так и делай. Держи его, держи тормоза. Теперь возьми, чуть назад отклони и руль переставляй. Еще, еще, еще. Хорошо идешь, хорошо. Сейчас на другую сторону надо вес. Да. Ну, можно подтянуть. Димочка, старайся, чем раньше заходишь на той, тем лучше. Не сразу поможет. Нет, я вот здесь, что девятку жму. Вот так. Ты сейчас уронишь. Между девятку и так. Я ход набрал и пошел. Плавно, плавно. Прям ступление потихонечку. Нагрузка по правую подножку, не сиди. Thank you.
Отдохнуть? Да, чуть-чуть отдохнуть. Встань, смотри. На подлоге встаешь. Вот по этой траектории. И прямо вот на этот камень перестаешь. Там еще трактор едет. Там развернешься. Так и туда, понял? Зацеп хороший, все отлично. Направо, да, Дим? Антон, прямо вот отсюда, по этой траектории. Там ничего страшного нет. Разворачиваем, так и делаем. Чуть-чуть бы надо. Так. Заводи. Сейчас, погоди. Заводи что-то. Я вот нету. Жопу надо заносить. Давай сейчас я помогу. Жопу заносить. Жопу куда ты хочешь? Вот давай морду туда поставим. Я вот так раз и заеду. Сюда поставим? Не, это зачем? Вверх-то. Давай морду лучше скинем. Ты тогда уйдешь сразу. Да. Опа! О, погоди! Я сейчас подержу. Ходи. Слижет меня тут, блядь. Так, да, сейчас я буду придерживать. Потихонечку, но это. Все, я за Антоном поехал потихоньку. О, ну как еще раз так сделай, я тебя дисквалифицирую. Препятствие, договорились. Проезжаешь, показываешь, снимаешь. Леху вперед проезжать, я про это говорил. Ого, красота!
Здрасте. Закипел? Закипел. Ну, сильно много газа. Куда ты, сука, суешь ему? У тебя он карбовый, что ли? Да. Он раздушен, у тебя, блядь, под карт какой-то, нахуй, злющий, нахуй. Ага. Отлично, отлично запрыгнул. Чуть давай сцепление выжмем, протянем вперед. Сейчас, сейчас, да, я заведусь. Сейчас вот на камушек и за Димой. Первое? Да. Есть. Кнопку нажал. Хорошо. О.
Это я его научил там глохнуть. Стоять! Урванул! Я заснял! Тихо-тихо-тихо ты! Руки вот. Вот сюда заедь, дальше не едь, там некуда парковаться. Ну так-то и я могу. О, скала, чертов палец. 1 километр. Тык, крайник, крантик.
Да, да. Класс, да? Я заехал до сюда. А то я смотрю Санькины видео. Получилось? Нет, я еще не сфоткал, тут движение было, я не смог. Ну, вот так вот. Оп! Оп, вот так подожди, на меня смотри сначала. На меня смотришь, на меня. Давай в сторону, хотя бы залезь, не надо видеть. Хочу видеть, блядь. А че я сюда полез-то? О, класс! Идет. Вдалеке Димон решил завести бензопилу и спилить пару больших деревьев. Пойду посмотрю, что там. Ага. Ого! Кайф. Вот так да? Саня, убери мотик сзади, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Если не сложно, то стоп. Какие его метра на три?
Рановато ты закрылся что-то. Сейчас я попробую. Не уходите. Стоять нахуй, Зорька. Подножкой об скалу. О, резюк, ёпту, приехал. Что? Резонатор. Погнул. Саня, тебе надо стащить сначала переднее колесо. Давай я тормоз взял. Заднее колесо надо ближе к скале или некуда уже? Да не, вроде тут хорошо все. Да не, нормально сейчас. Ну, его слежит ниже просто. Выше поставишь, ниже. Ну, не, он на камне здесь, на ровненько. Ну, давай тогда, хорошо. Думай, не пристакну сверху, я здесь. Опа, фиксирую передок, запуск двигателя. А, блядь. Нихуя ты успел, а? Так бы прогулялся. Километр вниз. Димас, передок прямо, ставь руль прямо, руль прямо. Все, пошел, натягивай, натягивай. Давай, давай, давай. Натягивай. Блядь, сейчас погоди. Фу, ёпта. Передок. Блять, упирается. Глушитель упирается. Сейчас.
ногу заставь. Ага, поймай, поймай. Сейчас ногу поставлю. Есть. Сука, ебаное место, они все поебли. Прикинь в одну харику отсюда, что тут делать? Саша, как установка? Все, отпусти его. Теперь попробуй, обойди, хоть что делай, садись, запускай его. В натяжечку здесь, натяжечку, и сразу налево уходи, в лоб не иди, не пойдешь. Сваливайся, пристрахуй спереди. Давай. Запуск. Пошел. Передняя? Конечно. Ты в лоб пошел. Стопэ. Давай закинем задок. Глуши, все, пойди. Сейчас, давай, попробуем. Дима, перец, занеси дальше. Все, стой, давай. Ну, я исполагу. Давай морду перекинем чуть. Да нет, нормальная стартовая позиция. Тебе тут как раз ступенечка есть. Сильнее упор не нужен. А дальше куда, блядь? Я до туда, до конца, и потом жопу заводит. Сейчас жопу слази, жопу закидывай. А, блядь! Что случилось? Обжегся. Раз, два, три. Опа! Еще раз. Раз, два, три. Опа. Раз, два, три. Еще давай. Подожди. Раз, два, три. Все. Потихонечку затягивай, проталкивай. Ага. О, блядь. Хуя себе, псих я. И вы тоже, парни. Вид какой красивый. Может, чуть покурим, а? Вода вообще нет. Да что за хуйня такая? Не знаю. Просто знаешь, много, наверное. Подожди, подожди. 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 Ну, у меня тоже пятерка.
Можно затащить, парни, а то тяжело. Легко для девочек. Все, попробуй. Не, еще не сходит. Я даже думал, что он не поедет дальше. Хорошо поехал, надо было ноги поставить. Ты бы заехал. А мы там особо с пологое место, да, никуда не едет, катается. Камушки крупные. Да? Не, пошли поехали. Ёпты. Привет! Привет!
Давай-ка перекурчик небольшой. Как тут? По корням? Вот с этой стороны? Как ехать-то? По корням прямо. Прямо около дерева, чтобы ручка стукнула. Главное, жопу не связала. Погоди.
Туда? На корни все-таки. Ты меня, короче, толкни, если я сюда падать буду. Просто вот в бок сюда толкни. Мотобот расстегнулся. Саня, попробуй на второй ехать. А то он на первую тебя копает, как вообще удар. Вторая и трави. Здесь уклона большого нету. Да попробую. Да там мне не встать будет. Все, остановился.
Ау! Вот это нихуя себе. А зачем так? Может, заведу? Да. Либо кино, либо тащить. Ну, GoPro есть. Камера у меня все нормально. Я даже протер. Прям, да. Вообще красава. За веревочку и туда. Иди с той стороны, помоги ему за руль поднять. Это самое, подожди, подожди. Не суетись, не суетись. Надо за руль поднять и тот колесо туда. Подожди, я помогу. Залази выше, ты устал. Все. Иди на периферию, на периферию. Не-не, зад только контроль. Зад контролишь. Перед ставим сейчас как надо. Все уже. Передочек ставим. Стоп, стоп. Отлично. Еще немножечко есть полочки? Все, садись, поехал. Да я тебе говорю, что карабин не надо, веревочку не подернешь. Да не застегивай ты так в две и... А, возможно. Возможно, ты и прав. Че, я пошел? Видел, что сделал? Да, вот сюда. Ну, сейчас я попробую. Не обязательно выкидывать. Положи его просто аккуратно налево либо направо, а мы здесь уже подхватим. Вот здесь мне бы еще проехать. Сюда бы мне как-то еще, наверное. Ау! Сразу целься, вот сюда приедет.
сторону, вдоль скалы едь, чтобы у тебя колесо заднее здесь же оказалось, а не в ту сторону. У тебя задок подтянут, подтянуть надо все равно. Дай попробуем. У тебя слезало все сзади. Все вышло. Вот так. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Смотри, сейчас май это вилкой уперся, да, в камушек. Немножечко продерни вперед. И потом колесико мне как бы. Шопу загружай. Перед разгружен и тихим ходом у меня. Вот сюда вот садимся. Ага. Что, пробуем? Ты понял траекторию? Вот в корень и налево. Да. Ой, в этот, не в корень. Вот. Да. Между нижней, вниз, нижнюю часть бери, чтобы мотоцикл в курву сидел. Отлично. Дима, веревку. Оставайся на байке. А, вокруг этого. Да, я понял. Держи колесико, переднее колесико. Ну, запускать будешь прям? А что? Давай, запускай, если можешь. Дима, застопори. Thank you.
блядь! Парни, извиняйте! Туда вниз сейчас пойдешь, чё? Чуть-чуть я тут накосячил. Вот меня вон оттуда достали. Вот эти замечательные ребята с Челябинска. С Екатеринбурга, простите. С Екатеринбурга и с Челябинска. Будем или сразу веревку подтащим? Сразу. Веревку, конечно. Блять, и тут надо мне вдвоем помочь. Сюда, Дима, помогай, или давай, давай, я потяну, поможу. Я вот здесь буду придерживать. Да. Поднимаем. Давай там. Тихо, стой! Вот ты как залетаешь, вообще молодец. Все? Все? Аж напугался чуть-чуть я что-то. Я теперь немножечко мандражирую. Надо мандражировать. Ветку хвалишь? Пиздец, с веревкой нахуй. Ну тут аккуратнее, да? Я не знаю, как ты умудрился это сделать. Вот в камень в этот меня. Вот в этот? Да, бахнуло. И туда. Парней что-то слезало. Я. Ау! Иду. А, вот оно что. Не надо, жопу, жопу, Саша. Сейчас. Повыше жопу закиньте. Вот. Подстрахуй попку. Стой! Стой. Что, у него выше надо? А, погоди. Давай назад. Ты пере... Ты сядь на него! Ты сядь, у тебя как раз... Охуеть! Вот и здесь как-то меня туда и запустило.
Что место-то такое, блядь? А я вот так объеду. Да-да, нормально, сейчас еду. Не, я объехал ее, да. Thank you.
Там нормально, вот налево и все, приехали. Вон палец, а вот туда. Да-да, там дорога наверх, все, мы на месте. Вот здесь я поднимался, вот здесь, нормально абсолютно на ногах. Ту-ту-ту-ту-ту по ступенькам. Пидорасина, блядь. А? Пешком, говоришь, пешком? Блять. Ah.
Сейчас получится. Вы так же поднимали? Да. Как вот пешеходы? Да. Как вы это сделали? Очень аккуратно. Можно. И вниз можно упасть. Другой путь неинтересно. Другой путь мы поедем вниз обратно. По дороге там, да, можно спуститься. А, через Мешока, да, по-моему? Не знаю, там дорога есть. Да, там как вот эти вот карьеры. Да, да, к карьеру, да, выводит. Через речку и налево к карьеру. Туда пошло. Thank you.
ёбаный рот! Да, жёбаный крот! Сейчас я добью ее, парни, погодите. Не. Мне в кайф, только если вы меня ждете, то значит нормально. Если я вас задерживаю, охуенно. Сейчас так подождать надо. Я с вами поеду. Мне офигенно. Чуть-чуть я тут что-то, блядь, запереживал. Я победил! Настенька, эта тропа, конечно, хорошая. Она меня даже бортанула разочек. Поеду к Женечке я. Да, да, тут я знаю, я был. Тропа Настенька, ёшки-матрёшки. Скала, чёртов палец. Я хотел вот так вот проехать и туда по этой тропине вверх, но потом передумал и не поехал.